Здравствуйте, друзья, с вами Чиф и Шериф. Мы продолжаем серию обзоров на складные перочинные ножи швейцарского производства Victorinox. Напоминаем, что весь товар нашего интернет-магазина оригинальный, подделки не наш профиль. Итак, сегодня вашему вниманию мы предоставим очередную популярную модель Huntsman. Данная модель представлена на нашем сайте в следующих цветовых исполнениях. Красный прозрачный, в камуфляже, черный, синий прозрачный, белый прозрачный. И стандартный красный цвет. Нож в сложном состоянии 91 мм и имеет 15 функций. Первая функция данной модели – основной нож. Лезвие 67 мм и отлично подойдет для нарезания чего-либо в использовании в повседневном. Второе лезвие небольшое по размерам и подходит для выполнения мелких технических работ. Консервная открывашка, консервный нож. Также на кончике консервного ножа есть шлицевая отвертка небольшая, которой можно, к примеру, раскручивать или закручивать небольшие винтики. Открывалка бутылочная. Также на конце открывалки бутылочной расположена шлицевая отвертка для более серьезных винтов и шурупов. Есть зачистка проводов. Также добавлены здесь ножницы. Швейцарские отличного качества, очень хорошо режут. Пила по дереву. Здесь можно, в принципе, ничего не объяснять. Штопор. Со штопором все понятно. Единственное, обратите внимание, что штопор вкручивать можно также не только в пробки бутылок, но и в любой другой твердый предмет, который нужно откуда-либо выдернуть. Шило с отверстием для ниток, лесок и тонких веревок. Также шило можно использовать в качестве развертки для проделывания отверстий в дереве или других относительно мягких материалах. Кольцо, к которому можно подстегнуть ключи, темляк и прочее. Пинцет, зубочистка и крючок. Многофункциональный, что-то можно им потянуть и прочее. К данной модели очень хорошо подходят чехлы, такие как 40520.3. Артикул данного чехла исполнен из натуральной кожи. Вот в таком исполнении. Одевается на ремень. Также кожаный чехол 40520.32 для ножей 91 мм и с двумя кармашками по бокам. Под небольшие фонарики, либо брусок точильный и прочее. Одевается также на ремень. Чехол с артикулом 40520.1 в красном исполнении. Также для ножей 91 мм. Одевается также на чехол, на ремень. Чехол с крепежной системой Моли выполнен из натуральной кожи для ножей 91 мм. Вот в таком исполнении. Очень удобный. И есть еще чехол 40520.31. В данный момент на нашем сайте отсутствует. Покажу на аналоге. Отличается клипсой поворотной для крепления на ремень, и можете выровнять либо поперек ремня, либо вдоль. В
Переходите на наш сайт по ссылке в описании. Спасибо за просмотр. С вами был Чиф Шериф. Пока.